Всем привет! Вы на канале Ястя ТВ. И мы сегодня с папой будем делать светомузыку. Да, если хотите, можете и сами такую сделать. Мы вам все покажем и объясним. Так, значит, чтобы собрать эту музыку, нам понадобится 6 плат Arduino, всякие стабилизаторы, куча деталей, таймеры, макетные платы. Еще хорек. О-о. Ой, нет. Нам это все не понадобится. Нет, конечно. Все, ничего нам не понадобится. Нет, ничего. Ничего нам не понадобится этого. А понадобится нам всего лишь светодиодная лента WS8812. Трансформатор. И вот такой контроллер. Thank you.
лента с 12 лентой или с пикселями на 11 ленте. 12 ленту лучше всего, конечно, брать без силикона. Китайский силикон — это что-то, он через год темнеет, становится непрозрачным, и если нет необходимости, всегда берите без силикона. Да, и мы с хорьком. И вы с хорьком. Соответственно, для 12 ленты нам нужен трансформатор на 5 вольт и для 11 на 12 вольт. 11 пиксель. Что мы делаем? Вот 11 пиксели. Соответственно, потом подключим вам все и покажем. Да. И трансформатор для них на 12 вольт. Их очень удобно использовать снаружи. Делайте какую-то рекламу для себя, скажем, там для товарищей, сверлите здесь все, что хотите, и делайте рисунки с нее. И вам будет отличная цветомузыка с разными эффектами. Так, это можно попозже. Так, как подключать? Соответственно, на ленте на 12 идут три провода. Белый всегда у нас минус, красный плюс, и посередине у нас дата, сигнал. И стрелочка направления, откуда идет сигнал. Вот. Один диод у нас идет по дата-шиту 0,2 ватта. Соответственно, от количества диодов мы рассчитаем, сколько у нас потребляется лента. То есть здесь 30 диодов на метр. И, кстати, я считаю, что на светомузыку нет смысла брать чаще, вот 60, там, да, хватает вот этих. Соответственно, 30 диодов у нас в метре будет потреблять где-то 6 ватт. Ну, будем рассчитывать от 8 ватт. То есть, если у нас вот эта светомузыка составила 7 метров, нам нужен блок питания где-то на 40-45 ватт. Здесь у меня был на 75, как бы он с запасом большим. И подключаем. Здесь у нас питание выходное, плюс-минус. Что нам нужно? Нам нужен такой штекер, который входит в контроллер. Плюс внутри. Сюда плюс-минус подключаем. И, соответственно, питание ленты. У нас уже шнуры готовы, потому что мы сейчас это снимаем видео после того, как сняли вам. Вот здесь у меня синий пошел на минус. Хорьки, они шелестят там. Так. Из выхода контроллера берем только дату. Итак, контроллер у нас имеет микрофон, приемник инфракрасный, все устройство, выход, соответственно. Конечно, плюс с минусом желательно соединить все до кучи. Тогда сигнал будет более стабильный. Я думаю, если надо на большое расстояние, провод лучше какой-то экранированный пустить. Но до 5 метров, думаю, будет работать. Так, давайте перейдем, с чего начать, с того, что нет нигде. Как настроить количество пикселей. Допустим, вы используете ленту на 5 метров. Значит, вам надо 150 пикселей, если она у вас 30 пикселей на метр. Давайте я уменьшим яркость для начала. Здесь вот плюс-минус, можно уменьшить яркость, чтобы вам не мешало. Включим нейтральный синий.
Для того, чтобы увеличить или уменьшить количество пикселей в нашей ленте, допустим, у вас 5 метров лента, вам надо при 30 пикселей 150 пикселей, а производитель нам заявляет чуть ли не 600, я, конечно, не проверял, но 7 метров, это 210 пикселей у меня спокойно держал. Так, нам нужно выключить. И держа зажатый плюс или минус, нажимать на Shift. И нажимать сразу на плюс или минус, соответственно, что вам нужно, и Shift. Вот эти две кнопочки. Вот. Плюс, минус, и Shift. Вот. И так нажимаем. Пока не начнет моргать. Вот, начала моргать. И нажимаем. Вот пошли уменьшения. Пошли увеличения пикселей. Вот выставили до метра, скажем. Неважно, вот 5 метров, 7 метров. Будете вот так вот сидеть. Тебе понравилось, как у нас на балконе? Огонечки. Ну вот. А мне как бы не сильно. Поэтому я пришел к выводу, что нужно ставить не просто по кругу их, а синхронно. Давайте продемонстрирую, что я имею в виду. Тоже можно собрать. Давай, нет, надо нам сейчас красный. Пошли. Давай, стирай пока. Так. Мы сейчас делали на балконе, просто опустили ленту по комнате. То есть сигнал шел вот так вот. Может, доходил сюда вот так. С одной стороны, он все моргает, красиво, да, но хотелось бы чего-то более большего. Допустим, у вас комната квадратная, и вы считаете, что вам не повезло, но в этом случае вам действительно повезло. Вы себе ставите ровные куски по стенам, и на каждой стене у вас сигнал синхронизируете. В смысле, вы себе ставите 4 одинаковых куска и пускаете ее не полностью, вот, скажем, у вас здесь комната имеет, ну, 2 метра, да? Я вот это держу. Здесь 2, 2, 2, 2, итого 8. Да, хорошо. И, ну, вы пускаете ее не так вот, пошел сигнал себе по кругу, да? А каждую подключайте параллельно, а подключайте их каждую по отдельности. У вас получается 4, вот скажем, куска по 2 метра. И сигналы вот, вот они, все моргают синхронно. Так, синхронно, и думаю, это будет красивее. Сейчас я вам продемонстрирую, что я имею в виду еще на двух кусках, да. Допустим, у меня здесь стоит стенка, здесь еще какая-то мебель, я делаю себе только две. Две стены украшаю. Ну, давайте приступим. Итак, вот наши две стены, скажем, параллельные, да? И вот что я имел в виду. Они будут моргать синхронно. А если еще будут по четырем сторонам, вообще будут сказки. Мне кажется, я на днях сниму. Я сейчас захотел звезду сделать. И мы вам покажем. Вот она синхронность.